Привет всем! Что выберешь именно ты? Черный Арктур? Вот он. Или серый Арктур? Вот он. Смотрите, какие у меня Арктуры. Арктур черном цвете. Естественно, это авторская какая-то покраска. Первый раз такое вижу. Но покраска довольно замечательная. И вот такой вот серый. Серый это, естественно, родной. Здесь в родном МФ-104 игла. Он полностью без переделок, без доделок, вот как есть. А вот. А в черном, вот, тут покрашена вот эта вот часть и даже крышка. Вообще, в родном исполнении она вот такая вот прозрачная. А вот в таком вот авторском исполнении она вот такая вот черная. Причем как будто как рояльный лак. Вот. И даже игла здесь, аудиотехника, вот не помню какая. Не помню какая. Ой, точно аудиотехника. Ну, не помню, надо будет посмотреть точно какая аудиотехника. А какой из Арктуров выберешь ты? Серый Арктур, вот он. Или черный Арктур, вот он. Они оба в интересном таком внешнем исполнении. Родной, естественно, серый. И вот такой вот авторский. Сейчас я крышку еще покажу. Крышка тоже покрашена. Вот. Но она, конечно, в таком вот... В таком вон пыльном исполнении, но она тоже черная и довольно неплохо смотрится. Почему именно в заводском исполнении не делали вот такие черные Арктуры? Смотрится великолепно, просто классно. Если, допустим, у тебя какой-нибудь черный усилитель СССР, советский усилитель, и вот такой вот черный Арктур, прям вообще супер классно. Еще если у тебя аудиотехника игла, ну это вообще супер просто. Причем тут очень все, очень так классно все покрашено, мне понравилось.